Günün meydanından annesi resmesi çocuğum Georgi. Resmesi biz Bulgariye. Dinarız disut dişi disut bu ses kesme bu. Dinarız da городе проводятся супер гроссмейстерские турниры с очень сильным составом участников. Там часто играют Карпов, Каспаров, тогда и все чемпионы мира. Вот это было, значит, супер в Линарисе. Е4, С6. Это как бы дебют? Полуоткрытое название. Это дебют. Ход c6 определяет защиту карака. d4, d5, конь c3, d e, конь b4, конь d7, конь d7, черный развивает коня, и другой конь, конь d7, конь bd7. А ну да, конь d7, теперь, значит, конь g5. И черные здесь конь g5. И черные здесь сделали очень плохой ход. Они прогнали коня ходом h7-h6. Ну и теперь вы, конечно, сообразите, какой ход у белых выигрывает, но он уже выигрывает не так легко, как в предыдущей партии. Но тем не менее ведет к выигрышу. Как вы здесь сыграли? Значит, это правильно, вот конь e6. Но это надо почти все в карте повторить. Но кажется, что ну все правильно, конь e6 очень мощный ход. Теперь, конечно, после e черный дает мат, как в предыдущем эпизоде, правильно? Но черный теперь, конечно, не победили. Все-таки гроссмейстер был черный мат. Но все равно они проиграли. Последовало ферзя кальшах. Ферзя кальшах. Белый сыграет слон d2. Ферзь b6. Теперь они сыграли ферзь b6. Теперь они сыграли слон d3. Вот. И здесь слон d3. Второй слон белопольный. Слон d3. И здесь, конечно, еще позиция черная плохая. Но они могли здесь сопротивляться, вывести коня на f6, конь d7, f6 и так далее. Но они все-таки решили забрать коня. f7, бьет g6. Матуши нет теперь, как в отличие от предыдущих случаев. Тем не менее, белые здесь выигрывают. Каким образом? Есть шаг. Что делать черному? Выступает. Вернее, так в партии было шаг, черный сыграет король d8, и здесь что? Дальше, слон опять, все правильно. Видите, какая здесь? Жертва. И черный сдали. Черные сдались, потому что они остались просто без ферзя. Брать не могут. Но они ничего не могут. Слон защищен, ферзем за h5. Конечно, они это скользнули. Но опять-таки все было построено на ударе на e6. И потом получилось вот такое продолжение. То есть, конечно, более завалили ловушку, чем в предыдущем случае. Но все равно было основано на ослаблении этой диагонали. И 8h5. Черные ослабили диагональ, получили шаг по ней, король отступил на d8, и здесь, видите, неожиданно черные оставили без ферзя. Более сложный вариант той ловушки, которую мы только что рассмотрели.